What is happiness for you? И продолжение темы о грибном порошке и приготовлении грибного супа из этого порошка, белого грибного супа. Еще один такой интересный рецепт. Берем небольшое количество сливок. Ну, это будет 4-5 столовых ложек. Сюда же добавляем 1 столовую ложку растительного масла. И теперь добавляем 2 мерные ложки на 1 порцию. 1, 2. Полученный таким образом смесь аккуратно вымешиваем. Нужно так размешать, чтобы хорошо растворился порошок. Он очень хорошо растворяется вот при таком способе. И теперь то, что у нас получилось, добавляем кипятком. Желательно дать несколько минут, 1-2 минуты, чтобы грибы немного вобрали в себя воду и суп был более насыщенным и более вкусным. 2 минуты терпения и продукт готов. Всем приятного аппетита. До новых встреч.